Певица и светская львица Анна Калашникова рассказала о своем опыте сдачи квартир в аренду. В эфире передачи «Звезды сошлись» на канале НТВ она призналась, что неоднократно сталкивалась с недобросовестными постояльцами. Первый неприятный опыт случился, когда Калашникова решилась сдать недвижимость мужчине. В какой-то момент арендатор перестал платить певице за проживание, из-за чего она сменила замки, заперев его личные вещи. В итоге владелец выломал дверь, забрал пожитки и скрылся. Калашникова же обратилась в полицию, подчеркнув, что залог в 70 тысяч рублей не покрыл убытки, однако результат это не принесло. Другая нанимательница втайне от певицы завела в ее квартире несколько кроликов и крупную собаку. После выселения от нее остались ободранные обои, погрызанная мебель и вздутый ламинат. Хотя девушка обещала провести ремонт за свой счет, по итогу она перестала выходить на связь.